как всегда, в темном углу Ютуба, с вами Спойничек. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Здесь в этой серии нам надо хотя бы дойти... Ну и ну. Теперь я могу подтвердить, на дне каждого подземелья обитает огромный зверь. Я бы с радостью еще наблюдал за тем, что они там охраняют, но сегодня мне бросилось в глаза еще кое-что. Рядом с упомянутым выше гигантом я увидел новое существо. Я его не интересовал, так что это был не охранник. Это была уменьшенная оранжевая разновидность зеленого чудовища. Того, которое начинает гоняться за мной, если я проведу слишком много времени в подземелье. Это, по совести говоря, надо бы рассмотреть подробнее, почему эта штука находится тут. Но это маленькое оранжевое существо. Оно не охраняло сокровища, оно не охраняло сокровища и не замечало меня. Что оно там делало? Вот этого я не знаю. И надо бы дойти до третьего этажа. О, мне сюда, оказывается, и надо. Пробраться туда потихонечку. Как-нибудь. Чтобы можно было уже спокойненько свалить туда. Взять там и создать себе новый меч, а то я чувствую, с моим дамагом мне будет очень сложно с ними сражаться. Здесь-то я еще как-то на этом уровне убиваю их. Получается быстренько, но... Это же не будет... Опа, уклоняемся. Так долго длится. Ничего себе, минус 60 хп. Вот это он мне утащил. Вот это он там катается. Пока эти... Я же еще к ним близко подходить не могу, точно. Какие же вы все опасные, вас что, только издалека можно убивать? Вблизи вообще никак. И каждый по 40-60 хп сносит меня. У меня это всего ничего. Видимо, слишком привык я крутиться и сразу же всех убивать. Опа. Чуть не попался. На третьем уровне я вообще не представляю, насколько сильно они будут мне по мне попадать. Блин, не хватило урона. И этот хоть бьет по бокам, но он все равно по мне попадает. И минус 50 хп сразу же. Бах, нету у меня. Вот здесь, походу, очень сильно надо банками запасаться до того момента, пока я себе не найду новое оружие. Что у вас тут есть? Я даже не знаю, для чего все это. Пока просто возьму. Я даже не смог изучить нормально цену всем этим вещам. Еще ничего не проверил. Не подходи ко мне. Это сейчас еще кататься будет. О! Один удар и одна банка. А баночки эти дорогие. 10 штук 8000 стоит. Где у меня там? Этот был. Не, нет здесь ничего. Где-то здесь вроде. Источник силы. Ну да. Кстати, здесь же новая записочка рядом с ним. Запись 103. Недавние случаи нехватки товаров больше не считаются ошибками учета и хранения. Материалы и различные инструменты и в самом деле пропадают ежедневно. Разрабатывается сторожевая программа для слежки за чужаками. Постоянно кто-то что-то у них крал. Если правильно встать, то можно их убить. С этими лучше даже не крутиться, не начинать. А то они по-любому подойдут и ударят меня. А вот если вот так потихонечку бить, то как-то еще безопасно получается. Надо еще посмотреть, какие материалы мне нужны для того, чтобы... Для того, чтобы можно было скрафтить себе новую броню или оружие. Что для этого нужно вообще? А как туда упасть-то? О, получилось. А то я там что-то видел, а упасть туда не мог.
такое себе. Я даже не знаю, что я опять подобрал. Еще надо запомнить, не жадничай с банками. Это очень большая моя ошибка. Нет, сундук, не тони, я же не смогу их так быстро уничтожить. Их слишком много. Я одного убил. Вернись обратно. Не жрите его. Это мой сундук. Вот уроды. Еще и стан мне сразу же прописали. А сундук больше не вернуть, да? Он утонул. Как вы смели? Это был мой любимый сундук. Я его хотел забрать себе. Мне придется отомстить им и вырезать здесь все, кто есть. К примеру, начну с тебя. А, я испугался, что я не перешел. А то обычно он в портал этот запрыгивает, а тут он просто вошел в него. Как будто так и надо было. Так, я это хочу сохранить. Сколько здесь стоит портал? 18 тысяч отсюда! А я даже не знаю, я вынес-то... Денег-то столько. Мне что-то так не кажется. О! А он меня сейчас вниз не скинет. Да какого? Это слишком мощно. Он очень мощно бьет. Как ни крути, мне здесь по-любому нужно новое оружие. А. Все равно успел в меня что-то кинуть, а? Он отошел. Он еще живой! Ладно, хоть так я его убил. Приезжай обратно, я тебя здесь жду. Не, он не захотел, он решил пока немножко покататься по карте, прежде чем ко мне приедет. Давай. Приезжай. Всего-то. Да не уезжай ты от меня, я с тобой поиграть хочу. О, развалился. Так, труба еще одна. Что-то там сломает. Тебя можно заменить, я не знаю, пустынная веревка. Нужна ты мне вообще, нет? Что мне из этого нужно, а что нет? Я до сих пор так это и не разобрался. Ладно, возьму 4 вот этих предмета. Они обычно дорогие бывают. И вот прямо отсюда поставлю портал. 18 тысяч, как дорого. Я потом еще сюда вернуться хочу. Мне нужно как можно быстрее оружие собрать. Не знаю, как там с броней будут дела обстоять. Да, в город. Закину все это в сундук. И банок уже практически не осталось. Ну-ка, еще там... Все это можно сделать. А, я веревку, конечно же, выкинул. Что же за дела-то такие? И вот где мне нужна была веревка, я ее обязательно выкинул. Ну ладно, я узнал, какой из этих предметов для меня очень важен. Для оружия я так до сих пор и не нашел никакого предмета. Что, кстати, обидно. Не, вот эти перчатки нашел. Так, а для этого лука... Я даже не знаю, нужен ли мне новый лук здесь. Не, моего пока хватает. Тем более он дорогой, по 250 тысяч. По 250 тысяч, вы надо мной издеваетесь. Это все слишком дорого как-то. Или неужели это настолько богатые локации, что... К примеру, то, что я вот так туда пошел, это все окупится. В этом мне слабо верится. Не, гель, это мне вернись, пожалуйста. Мне он сейчас очень сильно нужен. Так, новые банки можно закинуть сюда. Вот эти... Нет, это на продажу. Это на продажу, это выкидываем. Мне это с собой незачем хранить. Это сюда можно закинуть. Гель и огненный. И все остальное тогда в сундуки. Все остальное в сундуки. На продажу. Правда, этот заполнен. Этот сундук тоже у меня полностью заполнен. Ничего себе у меня предметов, которые надо продать.
Этим можно заморочиться, прям несколько дней и сидеть здесь и все это продавать. Но я хочу дальше пойти. Я банок с собой не взял. Мне еще до третьего уровня спускаться и спускаться, а я банок с собой не взял. Как я мог так ошибиться? Это хорошо, что я сейчас это заметил. Это могло для меня плохо кончиться. Не буду жадничать. Возьму 10 штук с собой. Пусть будет. Если что, я себе могу их сделать. Причем и дорогих могу себе сделать. А там эта броня, видели, насколько улучшает мои характеристики? К примеру, ботинки мне сейчас дают 30 хп, а там в 2 раза больше мне это давать все будет. Какие-то надписи на полу, которые я могу спокойно разрушать. Ага, значит мне... Из тебя ничего не выпало? Только сюда стоит подходить. А ты кто такой? Кто ты такой? Ничего себе, пернатка, какой-то маг еще опасные вещи вытворяет. Вы видите это? Я аж к ним подходить не хочу. Где мой лук? Так, он до меня не достал. Буду их из лука расстреливать. Походу, это единственный хороший вариант, хотя я сношу им очень мало. Один апгрейд оружия, наверное, будет столько же стоить, как и само оружие. Возникает у меня такое ощущение. Так, тебя. Тебя? Нет. Ты должна находиться вот здесь. И вот этот предмет я оставлю, потому что как он разрушает чары. Может быть, я на что-то интереснее найду. А, вы же здесь резнулись, точно. Мне просто сейчас повезло. Я мог огрести очень и очень сильно. Сразу похилимся. Блин, да они здесь меня застрелят сейчас, пока я буду с ними воевать. Получится у меня сразу ты его уничтожить и сразу отсюда уклоняемся. Ух ты, я мало того, что мог сейчас подгореть. В районе 5-й точки, так еще и на земле. Когда они в меня просто... Подо мной лава находилась, еще 2 снаряда летит. Вы что? Я же так и помереть могу. Они на это и рассчитывают. Они же охраняют тут свое богатство. О, я его практически уничтожил. Это неплохо. Да, этих уже быстро не переубиваешь. Что же будет на 4-м уровне? Вообще не представляю. Давай с тебя проклятие снимем. И с тебя проклятие снимем. Так, не-не-не, там выход. Я туда пока идти не хочу. Мне еще нужно здесь забрать один сундук. Правда, из-за этого придется почистить 3 комнаты. Блин, не успел до него дотянуться. И все равно ударил. Дотянулся до меня. Один удар. 70 хп нет. Ну ладно, не 70, 62. Тупо с одного удара. О! Что ж вы все делаете-то, а? Ну что, там кататься будет, да? В такие моменты лучше к нему не подходить. Это богато. Надо было бы, наверное. Что там делаешь? Что он делает? Вот тут он опасный. Ой, я не хочу здесь помирать. Честное слово, отстаньте от меня.
Ничего себе, какие они сильные! У них же ХП просто до хрена! А! Я тебе сейчас и помру, по-моему, пока его не уничтожу. Фу, хотя бы от одного избавился. Это теперь мой самый ненавистный противник. Они... О! Как больно! Давай, я не знаю, сделай что-нибудь. Хватит там... Он сейчас меня убьет просто сразу же. Ухожу, 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 ухожу. Ну нафиг, я лучше сохраню то, что у меня есть хотя бы. И как мне с ним сражаться? Он же постоянно их спамит. А я так и не дошел до третьего этажа. Немножко так продал все, что у меня было в этих ящиках. Там вот слишком много всего скопилось. Прям ну очень много. У меня аж 552 тысячи сохранилось. Представляете? 552 тысячи. То сразу же можно магазин до третьего уровня улучшить. Конечно же. Мне же это бабок больше принесет. Я его обязательно хочу проапгрейдить. Да, долго я там сидел, все это продавал. Надеюсь, тебе понравится. Я столько сил вложил. Да, конечно, мне понравится. Что там сделал? О! Вот это я понимаю. Ух ты, тут еще торги будут какие-нибудь. Это типа она клиентов завлекать будет? Торговаться с ними, что ли? Или как это работает? А то тут... По этим картинкам мало что можно определить. Так. Четвертый сундук появился. Да. А зачем вы мне сюда этот предмет перенесли, если он у меня находился вот здесь? Я его ставил за 4000. О, вот так он пусть и находится. А у меня теперь есть какие-нибудь новые места, где я могу... Мне же заново все это разместить надо теперь, да? Да, заново. Ух ты, сколько я вещей сюда поместить могу. У меня уже прибыль в магазине на 150%. Здесь еще и 4 плаката. Повесить можно. Я даже не знаю. Надо все скупать. Надо у того чувака просто все скупать. У меня даже больше этих нету. Все, что он там есть, какие-нибудь интерьер для магазина, надо все у него скупить. Сколько у меня теперь прибыль в магазине? На 160% больше. Это хорошие цифры, очень хорошие. Мне, кстати, надо пойти еще баночек 5 штук сделать с собой. Пока у меня есть они. Или я себе сразу могу зелья такие делать. Что для них нужно? 21 гель и 5 этих. Ну, конечно, я себе тогда лучше 5 таких сделаю. Не восстанавливают по 200 хп мне. О, конечно же, пусть они у меня будут. Нафиг я себе такие маленькие носить буду. С деньгами проблем уже точно нету, так что можно и дорогими пошиковать. Войти. Надо спуститься до третьего уровня. Мне нужны ингредиенты для моего меча. У меня денег-то уже хватает, я даже наверняка его зачаровать смогу. А вот... А, это плохо, это очень плохо. Нет, он может сейчас меня ударить, у меня сундук сейчас уплывет. За что ты так со мной взял, ударил меня? И он уже сразу второго уровня, а? Эти камни катаются туда-сюда. Это хотя бы еще не опасно. Этот не стреляет на... 360 градусов какими-то фигнями, которые будут меня убивать. Сколько раз себе говорил, то, что перед ними нельзя крутиться. Они все равно мне урон будут наносить. И каждый раз повторяю одну и ту же ошибку. По идее, ни перед кем нельзя крутиться особо. Меня даже практически убили. Еще не убили, а только мои хпшки снесли. Запасные. М?
Теперь придется банки пить, если что. А я желтого слизняка так ни разу не ходил. А это что за шут? Че он делает? А, он моба усиливает. О! Что это сейчас было? И как мне тебя там убивать? Как мне к тебе оттуда подходить вообще? Да как так-то? Ничего себе, сколько у меня хп сносит от того, что он находится рядом с ним. Как-то уж слишком больно. Вы не находите? О, трубы дорогие. Их очень за хорошую цену продавать можно. Кстати, здесь временами локация одинаковая. Не-не-не-не-не, давай без этого. Без твоих фокусов. Произошло дальнейшее разделение между изначальными исследователями подземелий. Разница очевидна, разница бросается в глаза. С одной стороны, у нас искатели славы и опасностей, эта группа зовет себя героями. С другой стороны, у нас торговцы. Это более ответственные люди, для них подземелье рабочее место. Их интересует сколько... не сколько слава, сколько возможность найти самый ценный предмет и выбраться оттуда как можно скорее. После чего они открывают в городе магазин, где и продают свои трофеи. Одна из этих групп предположительно храбрее другой, другая же предположительно умнее. Впрочем, выводы я вам предоставляю делать самостоятельно. Да я больше к торговцам принадлежу. Я вам видели, как я себе магазин отгрохал? Постоянно что-то продаю. О, у вас здесь многовато, надо бы... О, и все равно ведь попал же. О, отдай мне камешек, он тоже дорогой. Где же... О, стекло тоже дорогое. Надо его взять с собой. Мне даже не было смысла сюда идти. Но я зачем-то пошел. Хотя, если только вот это с него, то, что попадало, продать можно хорошо. Надо срочно искать источник. У меня уж банок, я бы не сказал, что много. В смысле одна? О, я сам себя угробил. Я почему-то сделал только одну банку вместо... Сколько я хотел там сделать? А почему так вообще получилось? Как так-то? Почему я создал только одну банку? Так, мне повезло, что я в этот момент крутился и был неуязвим. Надо будет поскорее свалить отсюда. Вот действительно, а то банок у меня нету. Врагов много. А я тушку надеялся, что там у меня уже много баночек создано. Таких. Хороших. А на самом деле-то у меня их и нету. Ты сейчас крутиться будешь? Да. Я лучше тогда здесь встану пока. Опасное подземелье. Это подземелье вот самое сложное, из которых... Следующую комнату можно зачистить, и портал надо будет прыгать. Чтоб все это отнести и банками запастись. Куда ты там полетел? Фух, я успел его уничтожить. Ай, ударил. Ты еще не умер? Как так? Насколько же вы сильны? Так, что мне можно? Вот это выкинуть. Все остальное просто к себе в инвентарь запихнуть. И валим. Валим отсюда через портал. И сделаю себе побольше баночек. Конечно же, телепортироваться.
Правда, я его не вынес отсюда столько хотел. Ух ты. Возможно, и вынес вместе с этими свитками. Там хорошие предметы лежали. Сейчас я ничего продавать не буду. Ух ты, а ты кто такая? Привет, Уилл. Я могу продать часть твоего товара, если хочешь взять в магазине выходной. За работу возьму 30% от прибыли, но зато ты сможешь сражаться в подземельях. Нет, спасибо, не надо. У меня и так все хорошо. 30%, а? От моего товара. И что она захотела? Такое не, я такое не потерплю. Это грабеж. Я там специально ставил предметы, чтобы можно было как можно дороже все продать. А тут она 30% захотела. Но зато она все это продаст, пока я хожу. Да, ладно, меня все равно это не заморачивает. Мне по кайфу все это продавать, так что нет, не. Я на такое не соглашусь никак. Скупим у тебя все. Все, что есть. И давай мне. Мне там много чего на стену еще повесить надо. Тем более она же сможет только продать то, что у меня выставлено, а я за один заход очень много вещей продаю. Что мне здесь еще можно развесить? Ничего себе. Быстрее двигаться будут, еще плюс клиент, но я этим не занимаюсь. Терпение клиенту нет, тоже не нужно, спасибо. Это что такое? Борьба с ворами снижает вероятность перехода воров. Да мне лучше пусть клиентов больше будет. Или даже то, что они передвигаться быстрее будут, это еще круче. И пусть их будет больше. Больше клиентов. На 8 человек. Там воры, наверное, постоянно приходить эти будут. Так, что я еще могу здесь сделать? Меньше воров, больше времени. У меня будет работать магазин. Да мне это смысла нет. Ладно, поставлю себе тогда вот это растение, которое будет отпугивать. И вот здесь тоже поменяю на минус 50% прихода воров. Пусть так и останется. Так, подождите, ко мне же нужно было пойти поспать. Точно. Точно. За меня ничего продавать не надо. Я такое не одобряю. Кстати, а сколько будет стоить следующее улучшение на магазин? У меня же, кстати, город. Банкира можно открыть. Да, я хочу ночью вызвать этого человека. Нельзя. А с магазином? Любите больше магазин? Это для вас. Можешь мне кровать проапгрейдить? Она мне нужна. Да. О, ничего себе. Мне надо этот ящик купить. Я-то думал, это 75% скидка, а теперь у меня будет 50%. Все, сразу проапгрейдить. Я ничего себе там прибыль терял. Теперь на 50% с этого ящика прибыли больше будет. Все, идем в портал. Нет, мы не идем в портал. Я чуть только что не забыл про очень важную штуку. Мне то, что надо забрать банки из своего дома. Сколько же времени у меня переходит, прежде чем я отсюда уйду? Банки, банки, банки. Да, вот эти вот баночки свои. У меня только 3 штуки осталось. Ничего себе. И пойти сделать себе нормальные банки. Какого хрена? Почему они не сделались тогда? У меня что, денег не хватило, что... Это не может быть такого, чтобы у меня денег не хватило. Зелье, давай ты меня теперь только обманывать не будешь. Я хочу их сделать себе. 15 тысяч.
Мне 4 штуки надо. Да, сварить зелье. Вот, вот они. Все, все есть, я проверил. Сейчас в подземелье захожу, а их нету. Ты Уилл? Герой-торговец? Ого, ты крутой. Да я знаю. Я делаю то, что люди здесь годами пытались сделать, а потом даже разочаровались и ушли отсюда. Правда, что-то третье подземелье мне дает просраться. Неплохо так. И что, я уже не настолько сильно уверен в своих силах, а то вот первое-то я прохожу, а вот дальше уже как-то сложновато. Подождите-ка. Твою мать! Нахрен я тогда портал этот ставил, если я все заново начал? А, ладно, я просто сразу на второй этаж пойду. Такая подстава! Причем сам себе ее устроил. Вместо того, чтобы в портал зайти, зашел сюда. А, я же... Не точно, мне не надо хилиться. У меня с хпшками сейчас все в порядке. Ну ладно, этого сейчас по-быстренькому зарубим. Надеюсь, без получения урона, да? И пойдем в следующую локацию. Мне повезло то, что я сразу смог ее найти. Блин, но у меня теперь карта, правда, не откроется. О, я знаю, куда мне идти надо. Я же хотел, чтобы у меня еще карта открылась. Ну, блин, еще и улучшают друг друга, а? Вы только посмотрите на них. Так, ладно, от одного избавился. Это сразу от меня телепортируется. И причем еще несколько таких. Не, прям... А что это такое? Можно использовать. Нихуя! Нихуя ты меня сносишь, слышишь? Сундучок, давай будь проще. Я его еще ни хрена убить не могу, они его случаем не улучшают. Вы только посмотрите на этот злой сундук. Не, до свидания, братиш. Он хочет меня сожрать. А я не хочу, чтобы он меня сожрал. А ну отойди. Я ему вообще хп не сношу, ему похуй. Я аж матом начал ругаться, когда увидел это чудовище. Он как босс. Да мне даже босс столько не сносил, сколько этот мимик. Я, по-моему, нашел что-то... Это я что, еще отсюда уйти не могу? Мне обязательно надо это использовать? Что это такое? Просто дверь открывает, на этом спасибо. А то я уже испугался. Этот квадратик, кстати, мне нужен. Термомагнитный двигатель. Ну я обосрался, когда все это увидел. О, как больно. Да, и он опять этих накастовал. Уродов мелких. Я смог его уничтожить. У тебя здесь есть термомагнитный двигатель, который мне так сильно нужен? Могу отправить некоторые вещи домой. Давай тебя тогда отправим. А с тебя проклятие снимем. Я тогда до сих пор не узнал, для чего нужен этот магнитный инструмент. Он как бы для меня сейчас бесполезен, но у меня и банок нету больше. Надо их сюда перенести, а то они дорогие. У меня у персонажа урона вообще нету. Хоть он так и прокачанный. Не, 50 хп это много, надо пойти их отхилить. Как можно скорее. Ладно, один из трех у меня есть. Это уже хорошо. Из этих двигателей. Кстати, надо его... Это очень важная шмотка, перенести сюда. Чтобы не потерять. И все равно вот ударил меня. Все потому, что я раскручиваюсь вместе, рядом с ним, вместо того, чтобы просто ударить его. А, да вы издеваетесь, еще один такой уродец.
Нет! Это было так близко. Я только из-за колонны могу его убивать. Если бы не этот читерский способ. Я вообще не знаю, что бы я с ними делал. По 80 хп мне сносят, а? С них хотя бы банки хорошие падают. Ну как же здесь опасно-то стало? Я даже не знаю, что со мной будет на третьем уровне. Каждый раз, когда я здесь встречаю мимика, это все, это жопа. Да, и ты все равно успел меня ударить, да? Ну ладно, буду тебя из лука расстреливать. Не хочу к тебе даже под... А, все, я тебя понял. Это мне сейчас повезло, то, что я еще банку решил выпить, не пожадничать. Вот только что я чуть не умер. Выпиваю банку, и только это меня спасает. Так, ладно. И... предметов, которые мне так нужны, я так до сих пор и не нашел. Как бы я не хотел. И как бы печально это не было. Какой же я вам минимальный дамаг-то наношу? Это ты сколько мне снес? Одним своим ударом. Помри, шут! Опа. Где ты еще появишься? Блин, почему у меня нет такого количества хп? У них сколько? Больше 1000 хп получается. Ужас, ужас. Теперь ясно, почему там броня, конечно, у меня хп увеличивает в 2 раза. Еще бы. После всех этих приколов с машинами, монстрами разными. И всей остальной фигней, которая меня тут встречает. Еще бы. Тут без такой брони вообще не выжить. Огненная жидкость. Не знаю, вот это... Что такое? Нужно это или нет, я не знаю. Просто выкину это. И это можно заменить. Где здесь есть термодвигатель? Кто мне скажет? Он мне очень и очень сильно нужен. Зачем я эту банку выпил? Она же мне фул хп восстанавливает почти. Какой же ты серьезный противник-то, а? У каждого из вас самонаводящиеся патроны. Все вы от меня убегаете куда-то. Еще плюс рядом с вами стоять просто так нельзя. Термодвигатель я так и не нашел. Я здесь уже столько... так долго нахожусь, что за мной даже монстр пришел. Ладно, валим отсюда. Может быть, здесь эти предметы найду. Сколько здесь стоит портал построить? 24 тысячи. Офигеть. Да, я хочу его поставить. Мне надо свалить и все отсюда выкинуть. Ну что же, вот и третья локация. Ох, чувствую, она опасная. Ничего хорошего меня в ней не ждет. Я могу сразу отсюда к боссу перейти, даже ни с кем не сражаясь. Вот это у меня подземелье сгенерировалось. Но я так делать не буду. Потому что мне для начала надо с кое-какими уродами здесь разобраться. О, улетел. Ой, вообще ничего не страшил. О! Они уже ко мне 2 раза каким-то образом попали. Успели. 4 уровня, а столько хпшек у него, только посмотрите на
этого толстого уродца. Надо уже перестать эти камни собирать. Они дешевые, а так у меня их много очень для зачарования. Мне они уже не понадобятся ни для чего. Только место занимают. Музыка, правда, вот в этой локации охренительно играет. Особо я раньше не обращал внимания на музыку, а сейчас как-то... чувствуется мощь, что ли. Так, где здесь еще два золотых сундука? Хотя бы они рядом. Ух ты! Вы два здесь таких, тем более, ничего себе! Так, надо его как можно быстрее уничтожить. Еще от одного противника избавился. Они же начнут меня преследовать, я даже не знаю, как от них убежать, куда-то деться. Да, самое главное, не дать ему наплодить своих уродцев. Все это время рядом с ним крутиться, и тогда еще как-то можно его убить. По-другому никак не получится. Мне просто жизненно необходим новый меч. Это избавило меня от стольких проблем. Так, я могу вас отправить домой. Не знаю, что это, но это обычно всегда что-то дорогое. Но все равно это не то. Мне там нужно было что-то другое. Ух ты как! Два раза еще по мне попало этим лучом. А к вам подходить нельзя. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вы же живучие. ХП у вас много. Ясно. С ними вообще бесполезно сражаться. А почему он не стреляет? Во что? Что это такое? Нет, я рядом с тобой подходить не хочу. Давайте без этих ваших приколов. Да, конечно же. Все банки на них потратил. А все потому, что нельзя их спокойно сблизи убивать. Даже и не думал, что мне может лук еще когда-нибудь понадобиться. Раньше я им только слизь убивал. А теперь и сундуки издалека приходится расстреливать. Ну, пожалуйста, у тебя-то будут те предметы, которые мне нужны? Нет, не будет. Не будет этих предметов. А что мне еще тогда остается делать? Больше сундуков на этой локации нету. Все, домой что ли идти? И банок потратил целая куча. Ух ты! Похилься! А у меня банок нету! Все, уходим, уходим отсюда. Насрать то, что я там деньги потеряю, портал, может быть, поставил и даже ничего с этого не выиграл. Пофигу. Мне нужно валить. Хотя, если так подумать, есть ли мне смысл бегать все время по этим подземельям и фармить? Если это можно просто все продать. Я даже ни разу еще... этот предмет не нашел, видимо, он будет попадаться мне еще реже, чем все остальное. Могу ли я у тебя их купить? А. Его можно бросить во врага. Так. Могу ли я у тебя все это купить? Ну-ка. По 2000 каждая такая стоит. Дешево. А эти предметы, которые мне нужны, я даже и не знаю, как они выглядят. Или пока я сам их не найду, у тебя их здесь не будет.
Видимо, мне придется сейчас снова подниматься на третий этаж. Надо будет закупиться банками, потому что я свои очень быстро сожрал. А, у меня уже все есть. Даже так. А я-то думал. У меня уже все есть. Конечно же, создать. Да, обязательно. Я прямо сейчас хочу его использовать. Огненный меч. Лук я себе могу сразу создать. Нет, не могу. С этим я уже переборщил с луком. Это будет уже слишком дорого. А вот теперь мне как раз таки нужны деньги. Получается. Ну а что? На этом тогда можно и закончить. Чё, я уже все понаходил. Чтобы ту шмотку создать, мне единственное, что только денег надо будет сейчас нафармить. Я буду в полном сети экипировки, а дальше уже только идти на босса. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.